Нормы ГТО в свободное от учебы время. Первоуральские студенты прошли пробное тестирование по сдаче спортивных нормативов. На стадионе «Уральский трубник» прошел фестиваль «Будь здоров». Подготовку молодых людей оценила и наша съемочная группа. В свободное от занятий время соревнования на спортивном поле. Студентам образовательной программы «Будущее белой металлургии» предстоит пройти пробное тестирование комплекса ГТО. Спортивный фестиваль «Будь здоров» традиционно проходит в начале нового учебного года. Перед стартом соревнований молодых людей поздравляют наставники. Вам посчастливится учиться в лучшем учебном заведении подобного профиля на Урале, точно, на современном оборудовании. Я вам желаю времени не терять, выходить за рамки образовательной программы, осваивать смежные профессии. Перед вами открывается мир возможностей. Пользуйтесь этими возможностями, воплощайте свою мечту в жизнь, двигайтесь вперед и никогда не забывайте про свое здоровье. Потому что здоровье – это фундамент вашего будущего. Поздравляю! Ура! Кричалки заряжены, болельщики готовы. Динамичная зарядка от тренеров помогает согреться и настроиться на победу. Перед сдачей нормативов классные руководители получают маршрутный лист. Достижения будущих металлургов будут фиксироваться на нескольких станциях. Мы ориентируем ребят на сдачу норм ГТО. Каждый год первые курсы, вторые курсы, все ребята, которые еще не успели сдать нормы ГТО, обязательно проходят этот замечательный, скажем так, период, потому что он не из одного дня состоит, а из нескольких соревнований, этапов. Бег на 100 метров, прыжок в длину, метание спортивного снаряда, подтягивание на высокой и низкой перекладине. Лишь несколько упражнений, которые должны выполнить студенты. Я считаю, что нужно сдавать ГТО для общего развития, для поддержания своей формы. И в ПМК созданы все условия для этого. За время спортивного фестиваля «Будь здоров» участники прошли 4 испытания. Пробное тестирование сдали 400 первокурсников. Любой из них при наличии медицинского допуска сможет принять участие в итоговом тестировании и побороться за один из 3 знаков отличия «Готов к труду и обороне». Дмитрий Солюков, Дмитрий Коньков и Андрей Волков. Новости Первоуральск.